За день до приезда гостей подготовка к встрече шла полным ходом. В студенческом общежитии номер 2 были подготовлены уютные комнаты со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями и школьной формой. Среди вожатых и волонтеров – те, кто в прошлом году также приехал на обучение из Лисичанска и остались жить в Елабуге, став студентами Елабужского института. Автобус со школьниками из Луганской Народной Республики у дверей общежития встречают директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон и заместитель руководителя исполкома Елабужского района по социальной развитию Надир Курамшин. После краткого инструктажа обязательный медицинский осмотр и первый ужин в школьной столовой. На ближайшие полгода это место станет для ребят вторым домом. 51 человек будут жить, учиться, заниматься творчеством, спортом здесь, в Елабуге, на базе университетской школы. Но хочу сказать, что опыт у университета уже достаточно серьезный, потому что в прошлом году, ровно год назад, мы уже встречали группу в таком же количестве, и ребята успешно социализировались, хорошо закончили школу, стали студентами, в том числе и большинство из них выбрали для дальнейшего обучения Казанский федеральный университет. Очень радуюсь, что 23 выпускника выбрали для обучения именно Елабужский институт. И сегодня эти ребята, которые уже студенты, будут работать волонтерами у своих земляков, что тоже очень ценно и очень значимо. На следующий день ребят ожидала встреча с министром образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиуллиным и главой Елабужского района Рустемом Нуриевым. Гости отмечают, что первоочередной задачей для ребят является подготовка к экзаменам и поступлению в вузы. Но свободное от учебы время будет проходить не менее интересно и познавательно. Спортивная форма с символикой Республики Татарстан – подарок от раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова, предназначенный для того, чтобы ребята не забывали об активном отдыхе и физической культуре. Я приехал сюда для того, чтобы учиться и после работать. Я знаю, что здесь хорошее и отличное место для того, чтобы реализовывать свои возможности в полной мере. Мне уже доводилось здесь побывать. Конечно, и хочется поделиться своими впечатлениями с остальными, как познакомить их с местными людьми, с местной структурой. В общем, помочь им освоиться здесь. Стоит отметить, что на протяжении ближайших месяцев в их распоряжении будут все спортивные сооружения города. Также ребят будет ожидать обширная культурная программа. Они смогут посетить музеи города, примут участие во множестве мероприятий и побывают на промышленных площадках особой экономической зоны Алабуга. Я был в Елабуге на университетской смене, нам очень все понравилось, были очень классные эмоции, много всяких разных эмоций, было очень весело, интересно, очень все понравилось. И когда нам сказали, что есть такая возможность поехать продолжить обучение в Елабуге, мы были очень рады, согласились и сразу начали собирать чемоданы, готовиться к поездке. Все вот это вот такая суета. Радость, хотелось очень приехать, и вот мы здесь. Учеба в стенах университетской школы начнется уже в ближайшие дни. Школьники будут разделены на 2 параллельных класса и будут обучаться по специально разработанной программе. Поддержку школьным учителям будут оказывать ученые и преподаватели Елабужского института, психологи, а также студенты-волонтеры. Елизавета Газизянова, Айдар Нурмиев, Универ Новости.